Жена твоя, больше всех классов. Я за тебя народа стараюсь. Для людей. Ты проси. Все, нашли квас. А там открытый есть. Давай.
сынок без фотки. Ну боже, фотки стоит. Мне больше долить тянет. А где жить? Ну видишь, поставлю. Совсем надо. Слушай, дали. Ну мы тебя двигать не будем. Владимир, а он чищенный? Да. А фактор не пойдет? Ливерю. А где? Вот вода подкисленная. А соль есть? Кипченая, родниковая. Вот это есть. Оля, где соль? Зачем подкисленная? Вот, а где соль? Соль? Вот. Я тебе солила маленькую. А, это мало. Я посолила. Вася, я посолила. Коля. Подойди, ты
Я думал, меня выдохнуть. Я тоже думал, выдохнуть. Мама! Так правильно, пока ты собирался, она и будет. Детеныш, отойди, а то как раз погоди на тебя, а? Ветер. Будь здоров.
Ну давай неси скорее, Виталь. Не надо. Это часть подарка. Да. Вообще. Виталь, это ты. Руки. Я спальник. Носились, носились весь город. Нет, могу сказать, подожди, но дай карту. Ты же часто ездишь. Я понимаю, что он для тебя нормальный, да. Нормальный стул. Все это другое, это бабушка из Сибири. Слушай, это чья тарелочка? Они провалили себе. Стой! Стой! Да блин, сесть потому что надо было вот сюда. Эх ты! Порвал, нет, он взял сюда вот эту селку. Я окружу себе на вашем почтовом вас, что у тебя штурмало. Вот здесь вот вода кислинка. Что? Я же острововая. Ваня, Виталий, день рождения. Ваня, никто не знал, да. Особенно ты, на светлом не живешь, да? И что? Он невнимательный, не, это я увидела. Не, я на рекламу внимания обращаю. Да? Тем более на чужих женщин, которые там нарисованы, правда? Жизнь, она такая штука, что хотелось бы две штуки. Раз она дана одна, пусть она будет длинна. Долгих лет для жизни. Еще 10 раз, по сколько же, по 16 лет еще 10 раз. Спасибо большое. Может, ты хочешь остаться, что ли? Ну, конечно. Ну да.
Она чувствует себя на 16, это самое главное. А что это помидоры соленые зажали? Вон они стоят. Придется доставать. Все-таки вы видели. Давай откроем. А, ну. Ой, ребята. Вчера согласовывали это, убирали, жарили, рыба очень. Я обычно рыбу на рыбалку не беру. Так мы и поймали. Да мы, пока вы ездили, мы уже поймали. Даже пожарили. Почистили, пожарили. Я зажаренное ловил. Ты спрашивала? Ну, повезло. Нет, дома. Ну, это что? Ну, как? У меня волос короче, чем твой. Это что, не будет? Открываешь больше. Откроет эту дверь, там у нас щелбанов надаю. По самые помидоры. Понятно?
Все, руки убирай, я закрою, Серега, вылезешь с той стороны. И больше дверь не трогать. Мы надеемся. Наш полный подарок.